Окей. Уважаемый господин министр, дорогие друзья, мы рады возможности приветствовать вас в Москве. Еще раз хотел бы поздравить вас с назначением. И мы оценили то, что вы выбрали Россию для вашей первой зарубежной поездки в качестве министра иностранных дел. Ирхимсэг Нансайд, таныг болон Монгол улсын төлөөлөгч, сүний төлөөлөгчийг Москва удаа тавтай марлыг үгсэж байгаа. Гадаад улсад хийж байгаа ажлын анхны улс орноор нь Орос улсыг сонгосон тань талархлаа илэрхийлье. У нас очень давние, добрые, дружественные отношения. Будем в следующем году отмечать столетие дипломатических связей, но отношения уходят, конечно, гораздо глубже в историю. Манай хоёр улс орн урт удаан харилцааны урт удаан түүхтэй. Ирэх жил бид нар 100 жилийн дипломат харилцаа тогтоосон 100 жилийн тэмдэглэл өнгөрүүлэх гэхдээ манай бодит хамт ажиллагаа улам илүү удаан хугацаатай байгаа. Сегодня обменяемся ратификационными грамотами по договору о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который заложит дополнительные основы для развития нашего сотрудничества на годы вперед. Өнөөдөр манай хоёр улсын найрсаг харилцаа гэж бүрэн стратегийн түншлэлийн тухай гэрээний боломж зүүхийг солилцсон. Тэгээд энэхүү гэрээгээр нь бол манай цаашдын хамт ажиллагааны үндэс сүр барин бичиг байх болно. В этом году мы отмечаем 75-летие победы во Второй мировой войне. Мы помним и всегда будем ценить ту помощь, которую Монголия оказывала нам, и как мы взаимодействовали в той войне, в том числе в ходе разгрома Квантунской армии. Энэ жил бид нар дэлхийн 2-р дайны 75 жилийн ойн хамтран тэмдэглэлийг өнгөрүүлсэн. Тэгээд дайны он жилүүдэд болон тухайлбал Квантунны армийн бүд цахахад Монголын талаас Монголын ард түмнээс үзүүлсэн тусламжийг бид нар өндөрөөр үнэлж, үргэлж санаж явдаг. Вот в целом мы очень удовлетворены состоянием наших отношений, которые развиваются, несмотря на известные ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Рассчитываю, что сегодня мы по всем вопросам двусторонних связей и по нашему взаимодействию на международной арене подробно поговорим и наметим дальнейшие шаги в развитии договоренности наших президентов. Тэгээд коронавирусын цар тахлаас сүүл амар нь манай хамтын ажиллагаа маш амжилттай хөгжиж байгаа гэдэг онцлон тэмдэглэлээ. Өнөөдрийн яриа хэлцээр бид нэр хоёр талын төдийг олон улсын хамтын ажиллагааны бүх асуудлаар цаана солилцсон гэж найдаж байгаа. Тэгээд цаашлаад болохоор манай хоёр улсын төрийн өндөр дээд түвшинд төрсөн тохиолцоог ажил хэрэг хэрхэн болох талаар тодорхой тайлбарцаанд хүрэх байх гэж найдаж байгаа. Еще раз добро пожаловать. Тантай тавтай маруулгыг дахин хүсье. Эрхэм үндэс Сергей Викторович, миний би Монгол улсын гадаад харилцааны сайдын хувьар гадаад хэлбэрийн анхны айлчлалаа Оросын холбооны улсаас эхэлж байна. Миний айлчлалыг маш богино хугацаанд зохион байгуулж хүлээн авч буй танай гадаад харилцааны яам болон ноён сайд таньчин сэтгэлээсээ талархлаа илэрхийлье. Уважаемый Сергей Викторович, я очень рад сегодня находиться с визитом в качестве министра иностранных дел. И, как вы правильно сказали, я рада, что мой первый зарубежный визит начинается с Российской Федерации. Хотел бы выразить благодарность за то, что мой визит был организован оперативно, и выражаю вам благодарность, а также коллегам из Министерства иностранных дел Российской Федерации. Миний хийж буй айлчлал нь одоо хоёр орны одоо эдийн засгийн худалдаа улс төр бүхэл төрлийн хамтын ажиллагааг дээшлүүлсэн одоо ийм шин шатны айлчлал болж байгаа гэж би хувьдаа ойлгож байгаа. Я считаю, что мой визит, который проходит в этих условиях пандемии, внесут новое дыхание в наши отношения, направит наши двусторонние отношения в новое русло. Монгол улсад одоо шинэ парламент, шинэ засгийн газар байгуулагдсанаас хойш засгийн газрын одоо гишээний хувьд анхны айлчлалаа Оросын холбооны улсад эхэлж байгаа нь одоо Монгол улс, Монгол-Оросын харилцаанд бас өгж байгаа өндөр одоо ач холбогдолтой айлчлал болж байгаа гэж үзэж байна. Со временем сформирования нового правительства и нового парламента
проходит первый зарубежный визит члена правительства Монголии. И это показывает, какое высокое значение мы придаем развитию монголо-российских отношений. Я думаю, что Также хотел поздравить от имени монгольского народа за те усилия, которые были проявлены правительством Российской Федерации, медиками и учеными, которые смогли разработать первую в мире вакцину от вируса COVID. В прошлом году в ходе визита президента Путина в Монголию был подписан договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. И я очень рад тому, что сегодня мы с вами обменяемся ратификационными грамотами, и этот договор будет вступит в силу. Этот договор был подписан на бессрочной основе, что является фундаментом, базом для того, чтобы наши последующие поколения развивали наши двусторонние отношения. И мы придаем этому событию весьма важное значение. Я буду рад сотрудничать с вами, уважаемый господин министр, по всем направлениям для того, чтобы развивать наше всестороннее и всеобъемлющее стратегическое партнерство.